фестивальную площадку дружный коллектив Анетты Глуховской, автора и исполнителя. Она приехала и привезла с собой воспитанников детской школы искусств города Люберцы. В их исполнении прозвучит авторская песня Анетты, которая называется «Сказки». В составе их группы, помимо Анетты, Анастасия Уфимцева, Даниил Запивалов, Лариса Хальзова, скрипка и гитара. Сейчас мы послушаем замечательное произведение, которое называется «Сказки». Можно не уходить, пожалуйста, останьтесь, потому что свое выступление они уже на нашем фестивале закончили. Ну, проходите вот сюда, более центрально, да? Но мы хотим поблагодарить, во-первых, девочкам и дамам вручить цветы. Может быть, это необычно для бардовского фестиваля, но мы вот решили так сделать. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. А самому молодому участнику нашего фестиваля –
мы дарим подарок. Воздушный змей. Будешь запускать и вспоминать о звездном городке. И о самом крошечном участнике их делегации не побоялись, приехали с малышом. Мы тоже приготовили подарок. Можно вас попросить пройти тоже? Как зовут? Николай, Николай, пусть на фотографиях он будет смотреть, как он был рядом с портретом Юрия Алексеевича, был на нашем фестивале. Пожалуйста, прыгающий тебе шар, чтобы ты прыгал и готовился практически стать летчиком уже у нас. Спасибо вам огромное, Анетта, спасибо, привет люберцам, приезжайте к нам еще. Спасибо, провожаем аплодисментами.